Джулия Робертс, Милен Фармер, Джулиана Мур и Эмма Стоун. Всех этих знаменитостей объединяет одно. Они похожи на осень. И в нашем городе нам удалось разыскать рыжеволосую красавицу Луизу. А мы договорились с Луизой встретиться на этом самом месте, чтобы она помогла мне снять сюжет и создать образ девушки осени. Вот и наша героиня. Привет. Ну что, Луиза, с чего начнем? Ну, так как все женщины любят себя украшать, давай начнем с красивых аксессуаров. Мы создаем образ. Образ девушки осени. Если мы аксессуары и украшения берем, на что нужно обратить внимание? Можно обратить внимание на шармы вот такие деревянные, также зеленых или красных оттенков. Либо вот уже собран готовый браслет. Шарм с муранского стекла янтарного цвета тоже прекрасно подойдет. Представительница осеннего типа трудно остаться незамеченной. Медно-золотистые волосы, бездонные глаза и светлый тон кожи. Такая яркая внешность не требует многого. Достаточно выбрать достойное обрамление тому богатству, которым осенних женщин наградила природа. Вот не знаю, как тебе, Луиза, но мне огромное удовольствие доставляет выбор косметики. Сейчас узнаем, что посоветует моему цветотипу. Пойдем. Ну, для того, чтобы именно вот подчеркнуть девушку осень, например, я хочу вам посоветовать новые кремовые румяна. Они сейчас в тренде. Тон тоже, конечно, посоветовала Луизе теплые оттенки. Золотое правило – акцент либо на глаза, либо на губы. Оптимальные цвета для румян, помады и блеска для губ – терракотовый, теплый красный, все оттенки с позолотой. Луиза, а какие цвета в одежде твои любимые? Мне нравятся зеленые, синие цвета. Правильно, Луиза. Надо быть броской и стильной, чтобы не затеряться в толпе. Я предлагаю сейчас померить вещи из трикотажа, потому что, мне кажется, осень, она и ассоциируется, да, с чем-то теплым, уютным. Верные спутники осени – это качественные ткани. Твид, шерсть, замша, пушистый мохер или ангора. Я бы посоветовала придерживаться спокойной пастельной гаммы. Это осенних сочетаний, бежевый, песочный, не забывая про яркие оранжевые, коричневые, шоколадные и бордовые тона. Именно такие цвета позволят создать особый шарм и согревающий чувственный образ. Чуть не забыли примерить сапожки и подобрать сумочку в тон. Для осени идеальны обувь и сумки из шершавой замши, нубука или лаковой кожи. В таких сапожках прогуляться бы по осеннему парку. Но сначала надо выбрать теплую верхнюю одежду. Так как мы создаем образ девушки осени, здесь очень хорошо подходят рыжие оттенки. Цвета осеннего леса лучше всего смотрятся в мехе лисицы. На пике популярности и леопарды. Принт. Благодарим Луизу за то, что она помогла Татьяне, дежурной по рубрике, создать образ девушки осени.